заявили бажання на зустріч з 9 громадянами України. Нас застерегли, що ми не можемо мати при собі, незважаючи на дипломатичний статус, ніяких телефонних чи інших електронних апаратів. Нас застерегли від цього, щоб ми не передавали ніякі документи. Планирую подать запросы к греческому правосудию, чтобы пока идет досудебное расследование, им разрешили вернуться домой. Но с условием, чтобы они отмечались, например, в греческом консульстве в Одессе. Такая практика существует между странами Евросоюза. И, как правило, эти решения принимаются в течение нескольких недель. Организовать офис, информационный офис в Одессе для моряки. И я буду разговаривать для с украинским посольством, что когда есть такая проблема украинские моряки в Греции, мне надо дать информацию. И я через политики, сколько министров знаю там в Греции, буду помочь, сколько могу.